Либерея – это библиотека Ивана Грозного. Что там у вас? Тут мужик был. Это величайшее литературное собрание. Полмира хотело бы обладать этой библиотекой. Только смотрите, не повредите там ничего. Это мировое наследие. А, принял. Это артефакт, указатель, где искать Либерею. Нам нужен криптограф. На первый взгляд, это просто старый славянский текст. Смысл здесь зашифрован. Ну еще все? Мы отдадим 10% за 5 секунд работ? Я годами дрессировала нейросеть, чтобы добиться таких результатов. Попробуйте, вам не понравится. Вы связались с очень серьезными людьми. Я смогу вам помочь. Предыдущие века залиты кровью тех, кто пытался это сделать. На вашей совести погибший. И не один, и может быть еще больше, если мы не придем к соглашению. А кто эти люди? Профессиональные убийцы. Сколько загадок, ложных путей, интриг. Вы присоединитесь к величайшему открытию современности. Надо понять, где спрятана подсказка. Ладно, план какой? Откуда я знаю? Ты это выпил? Это же шаманский отвар. А, кстати, ничего такая штука. А можно мне еще, пожалуйста?